Дать возможность каждому пройтись 9 мая по главной площади города с фотографией своего родственника, участника Великой Отечественной войны в рядах бессмертного полка. Наша телерадиокомпания совместно с региональным центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи объявляют акцию «Мы идем на встречу с памятью». В рамках акции мы поможем вам обновить, увеличить и распечатать фотографии родственников фронтовиков, которые 9 мая примут участие в праздничном параде. Первую фотографию с интересной историей уже сегодня принесли в нашу телерадиокомпанию. Любовь Пермякова с подробностями. Родители моего мужа, они познакомились на войне. Познакомились на войне, они оба воевали. Это Подшивалов Михаил Михайлович и Подшивалова Агния Степановна. Воевали на Карельском фронте. Отец был шофером, мать была поваром. На этой фотографии Михаилу чуть более 30 лет. Именно таким его в первый раз увидела девушка с необычным именем Агния. Эта любовь, по словам Надежды Валентиновны, была с первого взгляда. Домом пахнет тополь, дерево моей родины. Только они у нас высокие, пирамидальные. А как будет, по-вашему, дом? Менцезна Севаман. Так длинно. Это по-узбекски. Я люблю вас, Маша. Свои чувства в условиях военного времени они не скрывали. Даже на фронтовых фотографиях всегда рядом друг с другом. Вот это вот, как они рассказывали, тут уже их дети рассказывали, что один из фронтовых корреспондентов приезжал и фотографировал. Свою любовь Агния и Михаил пронесли через всю войну, воспитали 4 детей. Они оба закончили войну в Польше. И уже на войне они поженились, и первый их сын родился в январе 1946 года. Далее они переехали, вернулись в Архангельскую область, проживали в Вельском районе, в поселке Пасева, работали. С портретами этой пары 9 мая семья Подшиваловых торжественно пройдет через главную площадь города. Фотографии уже начали реставрировать. То, что уже начинаются вот эти вот артефакты, там сколы на самой эмульсии. То есть фотография старая, она желтая, изменился цвет фотографии. Там, видишь, осыпается вот этот вот эмульсионный слой, который, собственно, само изображение это уже и несет. Вот. И приходится дорисовывать, буквально угадывая, где находится у человека там какие-то черты лица, одежда и так далее. Если вы хотите стать участниками акции «Бессмертный полк», приносите фотографии в телерадиовещательную компанию и заполняйте анкету. В рамках акции «Мы идем на встречу с памятью» наши специалисты бесплатно отреставрируют фотографии ваших родственников, участников Великой Отечественной войны и подготовят их к акции «Бессмертный полк». Фотографии принимаются до 6 мая по адресу улица Ленина, дом 25А. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».